Рожденная стать звездой. Топ-5 знаков зодиака, которые добьются известности. В сфере, где слава и признание кажутся прерогативой немногих, астрология предоставляет уникальную перспективу на вопрос о славе. Несмотря на то, что успех подразумевает множество факторов, таких как упорный труд и настойчивость, для определенных людей кажется, что с самого начала предначертана роль находиться в центре внимания. В данном выпуске мы глубоко погрузимся в мистический мир астрологии, чтобы выявить 5 знаков зодиака, вероятность славы которых кажется наиболее высокой. Топ-5 знаков зодиака, которым суждено ощутить на себе славу. Лев. Львы, родившиеся под огненным и харизматичным знаком Льва, обладают врожденным магнетизмом, который притягивает к ним людей. Под властью сияющего солнца, они излучают уверенность и самоуверенность, что придает им черты естественных лидеров и исполнителей. В центре внимания они чувствуют себя как дома и часто оказываются в фокусе внимания. Стремление львов к признанию и обожанию побуждает их преуспевать в областях, где их таланты могут полностью раскрыться. Многие известные личности, такие как культовая Мадонна, Барак Обама и Дженнифер Лоуренс, являются представителями этого знака. Их способность очаровывать публику своим присутствием и харизмой беспрецедентна, что делает их одними из самых склонных к славе представителей зодиака. Овен. Овен, представленный смелым и настойчивым овном, славится своей неиссякаемой энергией и решительностью. Они без страха преследуют свои цели, часто становясь первопроходцами в своих областях. Управляемые Марсом, планеты действия, овны не боятся рисковать и выделяться из толпы. Многие представители овна достигают известности благодаря своим инновационным идеям и бесстрашным начинаниям. Известные личности, такие как Леди Гага, Элтон Джон и Эмма Уотсон, оставили непередаваемый след в своей отрасли благодаря своей несгибаемой решимости и готовности открывать новые горизонты. Их неугасающий стремительный путь поднимает их к вершинам успеха и признания. Стрелец. Стрельцы, рожденные под знаком Стрельца, являются настоящими искателями приключений, обладающими неугасимой жаждой знаний и опыта. Управляемые Юпитером, планетой расширения, они обладают бескрайним оптимизмом, который толкает их к новым горизонтам. Харизматичные и вдохновляющие, стрельцы известны своей способностью вдохновлять других. Многие выдающиеся исследователи, философы и предвестники попадают под знак Стрельца. Личности, такие как Уолт Дисней, Тейлор Свифт и Уинстон Черчилль, достигли славы благодаря своему уникальному видению и неограниченному энтузиазму. Способность стрельцов вдохновлять и развлекать, совмещенная с их неугомонным стремлением к истине и приключениям, делает их великими претендентами на звание знаменитости. Скорпион. Скорпионы обладают глубоким характером и силой, которые выделяют их среди прочих. Управляемые Плутоном, планетой трансформации, они славятся своей способностью переосмысливать себя и возрождаться из трудностей. Магнетизм скорпионов притягивает людей к их сфере. Многие известные личности в мире кино, музыки и бизнеса являются представителями Скорпиона. Среди них Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс и Кэти Перри. Их уникальные путешествия и способность направлять внутренние страсти в свою работу делают их захватывающими личностями в глазах общества. Решимость скорпионов преодолевать трудности и их необычайная способность преобразовывать жизненные сложности часто ведут к славе и признанию. Весы. Весы отличаются своим прирожденным даром дипломатии и способностью к миротворчеству. Управляемые Венерой, планеты любви и красоты, они обладают врожденным обаянием и грацией, которые магнитно притягивают окружающих. Весы славятся своим чувством справедливости и умением создавать гармонию в любой обстановке. Многие известные личности в мире кино, музыки и моды, представители знака Весы, включая Уилла Смита, Ким Кардашьян и Джона Леннона. Их способность эмоционально взаимодействовать с людьми острым чувством стиля часто открывают им дорогу к венцу славы. Талант весов в создании красоты и равновесия в мире делает их выдающимися фигурами в их выбранных областях. В мире зодиака каждый знак несет в себе уникальные черты характера, делающие его особенным. От страстных овнов до гармоничных весов, от таинственных скорпионов до оптимистичных стрельцов, каждый знак обладает своим уникальным магнетизмом. Эти краткие рассказы о знаках зодиака подчеркивают не только их особенности, но и способность каждого знака привносить что-то ценное в мир. В астрологии заключается удивительная возможность понимать себя и окружающих, находить гармонию в отношениях и преуспевать в различных сферах жизни. Знаки зодиака – это не просто символы, но источники вдохновения и мудрости. Они напоминают нам, что в этом разнообразном мире каждый имеет свою уникальную роль, которая приносит вклад в общую гармонию жизни.
Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.